Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сериал Мазин Холли Плей. Первый сер, мы здесь Кирилл Путбул, не забывайте вводить маник при регистрации. Так, чуваки, короче, давали мини такое обновление, это промокоды. Управление промокодом. Где это можно найти? В ММ, пацаны, сейчас все это мы посмотрим. Честно, я вот только зашел, обнаружил эту тему, просто в свободной группе много было этих промокодов, писали люди. И я сейчас хочу разобраться вместе с вами, что это за промокоды. Короче, пишем МН, и здесь есть управление промокодом, 11 пункт, то есть последний. Нажимаем, и здесь можно почитать, что такое промокод, в принципе. Это специальный уникальный код, который вы можете создать и дать его своему другу, знакомому, или просто человеку, которому рекомендуют играть на Мазинг РП. За это в будущем и вы, и он получат игровые рубли. Что этот промокод? Если кто-то ваш промокод, точнее, если кто-то укажет вас ваш промокод при регистрации или после, то через 5 уровней вы и тот игрок получите по 50 тысяч рублей, а потом через еще 5 уровней вы и он получите по 100 тысяч рублей. Кому можно давать промокод? Этот промокод можете давать любым людям, в комментариях сообществ и в личных сообщениях, в социальных сетях, в видеороликах или в реальной жизни при встрече. Информация о промокод активен на всех ваших серах, но если вы его удалите, то вы не сможете получать рефералов и деньги за тех, кто указывает именно тот промокод. Важно, такие промокоды указываются только в игре. Меню, страница Amazon Holy Play, промо относится к другому системе промокода. Это все понятно, окей. Так, назад. Укажите друга, приглашившего вас на сир. Так, создать промокод. Случайный. Выбрать промокод. Удалить промокод. Реферальная система. Так, что-то посмотрим. Так, ММ, реферальная система. Окей. Создание его. Хорошо, давайте попробуем создать промокод какой-то. Так, создать промокод. Случайный. Выбрать промокод. Так, вы можете указать свой личный промокод, который будет уникальным. Доступные символы, английские буквы и цифры. Ну давайте я сделаю свой промокод. Давайте, ну, я не знаю, какой даже промокод сделать. Кирилл Гейм, может, давайте Кирилл Гейм, вот так вместе будем писать. Кирилл Гейм. Так, цена промокода сколько? 1 миллион? Ну, блин, пацаны, ну, не знаю, давайте я создам свой промокод, в принципе, за 1 миллион рублей. Почему бы и нет? Давайте я так, в принципе, и сделаю. Погнали сейчас в банк, я сниму бабок и сделаю для вас специально промокод, чтобы вы получали 100 тысяч рублей. Так, все, я снял 800 тысяч, в принципе, давайте сделаем свой личный промокод. Пацаны, все для вас, в принципе, да, возможно, эти деньги отобью, если там на меня зарегается 10 человек, в принципе, у меня будет лям, как бы. Но все равно, пацаны, потратить лям, чтобы для подписчиков создать промокод, я думаю, это достойно, пацаны. Поэтому сейчас сделаем промокод. Можно сделать случайный промокод, но зачем случайный? Лучше сделать такой промокод, который вы по-любому запомните и сможете ввести. Так, выбрать промокод. Окей, стоит он 1 миллион, короче. Так, Кирилл Гейм, вот такой вот промокод вместе пишется, в принципе. Я думаю, будет это все понятно. Так, давайте я даже тайм сделаю на всякий случай, а то мало ли что. В принципе, давайте создать промокод. Ваш промокод содержит недопустимые символы. Недопустимые символы. Ну, может, типа, надо вот Кирилл Гейм или что? А, вот, да, Кирилл Гейм, пацаны, большими буквами делаем просто и все. Вон, короче, промокод. Кирилл Гейм, большими буквами, пацаны, пишем. Я в описании, если что, оставлю. Кирилл Гейм, вот. Будет вот такой вот промокод, пацаны, запомните, я его еще в описании сделаю. Ваш промокод Кирилл Гейм был успешно создан. Не забывайте, что ваш промокод может быть использован на любом сервере, пацаны. Вы можете на любом сервере прописать мой промокод, пацаны. Поэтому обязательно пользуйтесь, все, пацаны, для вас, в принципе. Кирилл Гейм, промокод будет вот такой вот. Так, давайте еще посмотрим, что там есть. В принципе, так, управление, реферальная система. Кирилл Гейм, количество использованных. Так, давайте я тоже скриншотик еще сделаю. Так, ваш промокод Кирилл Гейм, количество использований 0 человек, дата, ага, бонусные рубли 0 рублей, в принципе. Ну, не знаю, возможно, я, конечно, зря лям потратил, но я думаю, вам будет полезно, потому что 100 тысяч, понимаете, 100 тысяч. Так, давайте посмотрим. Так, указать друга, приглашен вас на сервер. Так, такой промокод, давайте еще раз посмотрю. Удалить промокод, можно выбрать промокод, можно еще один промокод сделать, но я думаю, этого будет достаточно. Купить промокод, в принципе, я его купил. Удалить промокод, но мы не будем этого делать. Так, управление, реферальная система. Все, я сделал промокод специально для вас, пацаны. Я думаю, это все понятно. Так, а я могу сам свой промокод указать? Давайте я посмотрю. Указать друг на сервер. Так, вы уже указали друга, либо ваш уровень слишком высок. Окей, я не могу свой промокод ввести, в принципе. Ну, давайте я сейчас зайду с левого аккаунта и попробую ввести свой промокод. Так, вот, смотрите, вы, допустим, зарегали аккаунт, и можно здесь ввести. Так, укажите ник друга. Указать промокод друга, друг играет на другом сервере. Так, указать на этом сервере. Так, указать промокод. Давайте попробуем указать промокод, в принципе. Давайте Кирилл Гейм попробуем указать. В принципе, так, промокод указан единожды в будущем, вы не сможете его изменить. Так, вы хотите использовать данный промокод, нажимайте, в принципе, да. Создатель промокода Кирилл Футбуль. Видите, вот здесь есть такая тема. Нажимаем да, и все, в принципе.
мы зарегались. Вы успешно указали реферала, реферал Кирилл Путбуль. С 01 сервера, в принципе, вот так вот сделайте, как я показал, и все. По достижению 5 уровня вы и ваш друг получите по 50 тысяч рублей. А по достижению 10 уровня вы и ваш друг получите по 100 тысяч рублей. То есть вы прокатитесь до 10 уровня и получите 150 тысяч рублей. И я получу 150 тысяч рублей. Поэтому, пацаны, используйте мой промокод, кто хочет, в принципе. Он будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.